Широкие струнки трумни небашного звука вышини горыть, зяе, не горыть, зяе, звенить шестеней и першотворной свежестью. Сидела на скомканном ворохе тряпья, прикрыв глаза и покачиваясь. Огромная пустая комната напоминала склеп. Отовсюду тянуло холодом, сыростью и мраком. Так же и тогда ленинградцы. Женщина давно послала за хлебным пайком семилетнего сынишку. И минуты теперь казались вечностью. «Боже мой!» – застонала женщина. «Как долго его нет!» Она поднялась и пошатнулась, но выпрямилась и поплелась к двери. На улицу с ногами спотыкаясь. Через несколько шагов она упала. «Не отдавай! Ты ешь! Ешь!» Мимо точились безмолвные, обессиленные люди. Кто-то подошел, разнял ребятишек. А мать все кричала и кричала, но кричала все тише и тише, пока не замолкла совсем. Прикрыв глаза и покачиваясь. Опухшая, огромная, пустая комната, напоминала склеп. Готово, да? Женщина давно послала за хлебным пайком семилетнего сынишку.